Я считаю, что для детей вот этот турнир на данный момент самый важный. Если хочешь выигрывать на турнирах, плати бабки. Если не знаешь, кому платить бабки, плати фриксам, они найдут кому. Мой номер карты закреплен в шапке группы. Знаешь, где рак, да? Уже нажал. Здравствуйте, я Алексей Беляев, и я вершу судьбу. Значит, Илья Филиппович. Илья Филиппович. Музыкальное сопровождение всегда меня бесило. Статус. Прошел взвешивание. Окей. Да, пальцы сниму твои. Чейн статус. И что получилось? А никто ничего не понял. Он или пропал, или вошел в брейк. Буквально 5 минут назад начались схватки на всех коврах. Народу уже полно. Уже есть первые победители, есть первые проигравшие. Все, выкладываешься на 200%, понял? Это, после этого торт, пельмени, все что угодно, только сейчас надо взять, понял? Разозлись. Он будет залезать тебе в спину с удержания, поэтому подержал, бросил, придержал 3 секунды. Я говорю, переходи колено на живот, значит колено на живот, понял? Вообще дикая жесть. Сопли, слезы, крики. Дети боятся секундирования. Артём, давай! Давай! Артём, Зину, брат, давай! Давай, Зину, давай! За руки хватай! Берись до конца, босс! Подсечка, босс! Вставай, вставай! Давай, давай! Вставай, души! Да-да-да, на него, давай! Гори до конца! И Женя, сядь сверху теперь! Подготовь! Вот так! Вставай! Вставай! Вылезай, башку вынимай! Левой рукой возьми отворот, Даня! Даня! Вставай! Левой рукой отворот и рывок! Туда ставь руку, нормально! Давай, давай! А ты шут правый!
Дело так, Да. Туши руками. Не дать Дима в живот ему! Не давай туда лезть! Подмышку, руках подмышку! Толкай тебя! Толкай в лоб! Выпрямляйся! Толкай в локти! Ева, толкни его в локти! Ну жестче срывай, что ты? Еще. Вот так, и вторую сразу! Не давай ему! Не давай! Все, бери спину. И все. Первый есть, хорошо, еще одного. Самбист. По жизни, но не по призванию. Так получилось. Какой самбист, ты посмотри на него. Ты самбист? Нет. В лучших традициях. Родители уже просят судить не по правилам, а по справедливости. Ну, безусловно. Я считаю, что да, нужно по совести судить. Да, один вот этот посимпатичнее ребенок. Они этот же дети. Так себе. Они же дети. Да, да. Ну, вот, типа, мой ребенок вообще-то красивый, а ваш так себе. Ну, да. А твои дети красивые, все? Мои, мои самые лучшие. Мужчина, поздоровайся. Руку пожми. Мой вол! Видела охранника? Я туда не то, что боюсь подходить. Смотреть боюсь в его сторону. Он опасен. Ты мне отказал, ты помнишь, да, Алексей? Не помню. Чехов, как здесь обстановка? Докладывай. Да, стандартно, что называется, по кайфу. Я устал просто. Если Гранкин не судит турнир, это все нормально. Вот единственный камень преткновения, с которым я столкнулся на турнирах по джиу-джитсу, это Гранкин. А Востриков, не? Не камень? Ну, камень, но не преткновение. Зачем ты упал? Добрый день. Гранкин отличный судья. Друг так себе. Александр, как сегодня судьи работают? Соу-соу. На этом гимназиуме у нас произошел прорыв. Сегодня впервые за всю историю гимназиумов, на которых я судил, родитель сказал: «Судья, респект!» А не кричал, какой он м***к и не дает баллы там. Женя, сколько твоих студентов сегодня выиграло? Я видел пока двух. Они выиграли категории или складку? Ну, есть даже, кстати, которые категории выиграли. Прям мой ученик треском проиграл. Это лучшая реклама тебя как тренера. Салют. Что-нибудь рассказать? Конечно. Про впечатления свои от сегодняшнего турнира. Ты в шоке? Я нет пока еще. Да ладно. Да, еще только началось. Я не жалею детей, которые рыдают. Мне их не жалко. Простите меня. Ну ты хотя бы с точки зрения, как художник, оцениваешь эти эмоции, гримасы? Ну, это интереснее смотрится, конечно. Там, кстати, борьба началась. Да, я в курсе. Я начинаю. Все, всем пока. Почем 2 балла? Руку сбросил!
Дорого. Души, души, души! Души, души. Душа, души. Лобки вместе сожми. Сожми лобки. Лежать, душать, души, 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 души. На татами выходит Ира Розенберг, чемпионка. Маленькая команда умудрилась взять вторую команду. Мы объединились с Микой там, и было здорово. 52 человека привезли и смогли затянуть второе место. 4 балла от игрок, ну, 4 балла от гимназиума. И вообще, мы надеялись на самом деле, что мы затянем третье хотя бы. Потому что на первом мы надеялись, ну, думали, что будет Лудус, первое, второе Лудус гимназиум разыграет. Вот. Но случилось так, что вот раз, хлоп, и турнир идет, и потом раз, не знаю. У нас очень много серебряных медалей, и получилось так, что хотя бы один финал, если бы мы выиграли из тех, что проиграли, мы бы были на первом месте команды зачет. Сейчас обидно, а по ходу турнира было, конечно, странно. Вам принесли посуду вашу. Да, вот наша посуда. Под общей заявкой объединяемся, вместе тренируемся, вместе тусуемся. Обычно мы на гимназиум регистрировались с разными командами. Вот, ну, выступали там, смотрели, болели друг за друга, а тут решили, что... Ну, а кто больше принес все-таки баллов? Ну, у меня больше людей. Нарафаминск или Верея? Нарафаминск больше, потому что у нас больше людей. Но они, не согласны. Но они плотно. Ну, нормально. Мы 5 золота взяли примерно в пропорции, может, где-то одинаково. Да, но не важно. Главное, хоть чуть-чуть что-то сделали, а там добавили чуть-чуть. Ну, круто. Но в основном, конечно, это Женя, это его больше триумф, его джиу-джитсу. Как бы он... Какой джиу-джитсу? Я синий пояс. Ну, я даже аттестовать детей не могу. Не знаю, я просто с белыми поясами их выкидываю на турнир. Беру людей с белыми поясами, их выкидываю на турнир. Потому что я не могу аттестовать, я синий пояс. Я как бы просто беру по результатам. Ну вот он борется хорошо, значит он цветной. Вот он борется так, ну среднее, значит он может в серых выступить. Вот он новичок, он идет в белые пояса. Вот и все. О. Ну отлично, поздравляю. Спасибо. Все хорошо? Немножко были моменты с судейством, но на самом деле намного лучше, чем на прошлом гимназиуме. Всем спасибо за Андрею Купрееву, за организацию, потому что я своих детей к этому турниру готовлю за полгода, начинаем готовиться. Я считаю, что для детей вот этот турнир на данный момент самый важный. Поэтому у меня выступало 61 человек. This was the 10th edition, and every year we see that it's getting better and better. It was the first time they put an absolute division with white belts, blue belts, brown, purple and brown and black belts. It was very interesting, and I hope that this continues. And it's very nice to see so many kids coming from different parts of the country and also from neighbor countries to compete, and very high level competition, only good things to say, and very happy also with the results of our team. Медиасопровождение ваших мероприятий под гаечный ключ, Бэджи Фрик, все дела. Поднимаешься в ту дверь и направо. И справа будет, где гардероб, там будут сидеть девчонки.